Ой, а что это у меня с лицом такое? Что с фильтром случилось? Не тот фильтр поставила, наверное. Ладно. Будет тогда вот такой фильтр. Всем добрый вечер, друзья мои. Всем добрый вечер. Как и обещала, я и моя борода сегодня приветствуют вас в прямом эфире в Инстаграме. И традиционно поднимаю бокал за замечательный вечер. Крайний вечер перед моим отъездом в Египет. Я вот смотрю на себя и понимаю, как мне идет борода. А что, блядь, с лицом? Не могу понять, а что с качеством, а? Вот. Так вот. У меня есть борода, и я счастлива. Фильтр в ахуе твоей красоты. О, Ликочка, привет, моя хорошая. Все. Чин-чин, всем добрый вечер. Продолжаем. Блять, а что с камерой, блин? Слушайте, я поставила фильтр, который разглаживает лицо, но оно какое-то все пупырышку, блин. Тебе тоже идет... Мася, ты мне когда-то тогда прислала свое видео, блядь, с бородой. Я реально испугалась тогда. Я реально испугалась. Олечка, привет, моя девочка. Привет. Короче, это. Завтра день X. Я выезжаю в Египет. Вылетаю сама. А те девочки, которые хотят прилететь, они прилетят попозже. Так что все, кто там злорадствует или обсирает мою эту ситуацию. Все, что происходит, все к лучшему. Благодаря вот этому моему сбору. Давайте я выключу эту бороду, потому что она меня отвлекает. Блять. Борода меня отвлекает, друзья мои. Что я хотела сказать, блядь? Короче, все, кто там злорадствует или не... А, благодаря этой всей ситуации с этим туром я познакомилась с замечательными девчонками. Меня задарили подарками. Меня верят. Мне желают всего самого хорошего. Для меня делают добро. Поэтому дело не в количестве, а в качестве. Те девочки, которые реально могли поехать, но на данный момент, именно в марте, они не могут ехать. Задарили меня подарками. Катя вчера мне из Москвы курьером прислала целую сумку подарков. Маски, туника, осветительное оборудование для телефона. Короче, все для меня, все для меня. Девочка, помните, да, текилу мне подарила. Лена подарила мне сумку классную, тунику, косметику. Еще некоторые люди мне сделали еще очень хорошие подарки. Не буду не говорить, чтобы, блядь, завистью, блядь, не это, не вывалилось. Фу, блядь, ну, короче, ну, вы поняли. Поэтому, ну, так вот получилось. А еще, оказывается, в Египет и в мой отель едут другие люди. Просто едут, потому что они узнали, что я там буду находиться. Но, с другой стороны, никому ничего не должна, поэтому все. Ко мне приедет Светик, наша блондиночка. И будем вместе отмечать 8 октября. А еще есть Натаха со своей тетей. Натаха, с которой я была в Magic Life, помните? Так что постепенно, постепенно собирается движняк. А еще Хани меня ждет, хочет познакомить меня с кучей своих друзей. Так что, друзья мои, за исполнение наших желаний, за хороших людей в нашей жизни, спасибо большое Вселенной за то, что она дает нам людей, которые дают нам радость морально, физически, материально. Ну, в общем, спасибо Вселенной за все, что она мне дает. Хани, Хани, я тебе потом позвоню после прямого эфира, малыш. Малыш. Неужели все соскочили? Вот гады, сколько нам отъебали. Вы себе не представляете, я 3 недели настолько от души этим всем занималась, и в итоге оказалось, что все пошло не так, как я хотела, но я же говорю, я отпустила ситуацию, значит, так должно быть. Я еду в отель по работе. Ну, по сути, я еду по работе, и мне нужно будет заниматься делами. И, как говорится, скучать я точно не буду. Меньше пить надо. А не пошли бы ты нахуй, блядь. Я сама разберусь, что мне делать. Добре? Пошла вон отсюда.
Как всегда на юморе, умничка, отличного отдыха. Спасибо, девочки. Какая ты красотка. Благодарю. Реснички, реснички нарастила. Видите, ресницы делают свое дело. Согласитесь, друзья мои. Ресницы есть ресницы. Не надо краситься, не надо это делать себе макияж. Он ресницы нарастила и все. Утром встала и пошла. Все, что не идет, все идет к лучшему. Да-да, я говорю, я отпустила ситуацию. Привет, рада твоему прямому эфиру. Спасибо, девочки, я рада, что вы тоже со мной. Спасибо всем, кто писал хорошие отзывы, хорошие пожелания, впечатления, успокаивали меня. Очень многие написали о том, что говорят, Рим, мы бы с тобой с удовольствием, но у нас дети, муж и все дела, я все понимаю прекрасно. Ну, просто мне обидно, что я говорю, я 3 недели прям настолько от души в это все вкладывалась, что у меня просто упадок сил был. Но все эти девочки, которые готовы ехать, но сейчас просто в марте не могут, я говорю, задарили меня подарками. Подарками задарили и вернули мне мою энергию. Я понимаю, что все не просто так в этой жизни. Новые крема тебе к лицу. А, да, кстати, моя Олечка, косметолог, подарила мне крем, потому что она ненавидит, когда я говорю, что я пользуюсь кремом Нивея. У нее просто руки трясутся, она говорит, блядь, я ненавижу, когда ты говоришь, что я мажусь кремом Нивея, у меня душа болит. И опять мне привезла в подарок хорошие крема, очень хорошей фирмы, блядь. Все время не могу ее выговорить, Оль. Я никак не могу выучить название этой фирмы. И как бы там ни было, я вот заметила, что после этого крема лицо начало сиять. На пизды рут. Рутка задраная. Ты не хочешь зайти к сестре на бутылочку вина, пизда собачья? А? Ресницы тебе идут, Рима, а губки ни разу не качала. Ну, год назад мне Оля подкачивала губки, а уже все сошло, все. Это просто у меня сейчас, я заметила, мне вот одна из девочек подарила косметику Биодерм. И одна из них вот блеск для губ. Я не знаю, когда я им крашусь, вот такое ощущение вот создается, что они как будто бы подкачанные. А плюс еще фильтр. Я бы, конечно, еще подкачала, но я думаю, уже когда вернусь. Да? Оль. Рут, хуй говоришь, да? Хуй на нышка? Рут, видишь, реснички, реснички, помнишь, реснички? Где найти мужика, Рима? Нету их. Искренне желаю тебе счастья. Ты замечательно стоишь. Спасибо, пизда собачья. Ну как, ну так, поделись с нами этим чудесным названием крема. Оль, напиши, пожалуйста, название. Напиши, пожалуйста, название, чтобы я его прочитала. Бери рут и едем к нам в Ташкент на 20 бутылочек вискаря. Отличного отдыха, красотка. Шарму привет. Обожаю этот город. 3 раза там отдыхала. Еще столько же. Надеюсь, что когда-нибудь получится с тобой. Посмотрим, девочка. Я уже накатила, завтра припирайся. Рукой припирайся, завтра в 10 часов вечера я улетаю в аэропорт. Крис, привет! Харьков. Крис, приезжайте в отель, в котором я буду находиться. Nubian Island. Почему ты Риту называешь Рут? Помните сериал «Секрет тропиканки»? Рут и Ракел. Вот Рита была Рут, а я Ракел. Папа ее назвал. Ты готова? Я не против. Олечка, ну, я же говорю, если бы ты мне сказала в прошлый раз, давай, блядь, ничего не знаю, может быть, я и согласилась, но после бухаловки идти колоть губы, помнишь, как это? И плюс сейчас еду в жаркие страны, я думаю, это плохо, правильно, колоть губы перед жаркими странами. 20 мало, но спасибо. Губы больно подкачивать? Да не, ну какое больно, друзья мои, делается же анестезия. Максимум такое ощущение, знаете, типа так, тынь, иголочка немножечко уколола, капелька, но все терпимо. Девочки, крема разные, много профессиональных препаратов, подбираю всем индивидуально. А, Оль, ну просто вот эта фирма, с которой ты работаешь, я забыла, на М называется. Рита, да ладно, 20 мало, давай, с Римкой к нам и 40 бутылей поставлю. Лика, мы от тебя уедем, блядь, бочками с Ритой. Маникюр сделаешь перед отъездом? Конечно, завтра маникюр и педикюр будет, все сама делаю. Жду завтра на 50. Рут, не пизди ротом, у меня завтра столько дел, пиздец. Маникюр, педикюр, магазин, аптека, надо купить маски, блядь, лекарства какие-то, чтобы, блядь, не подхватить коронавирус в аэропорту, едлу купить, все дела. Если я с тобой бахну, потом рыгать буду в аэропорту, блядь. Если бы ты сама летела, я бы с тобой бахнула, а ты же со мной не летишь, пизда. Губы у тебя классно смотрятся, очень натурально, не знала, что подкалываешь. Друзья мои, так уже год этим губам, у меня мои губы остались. У меня мои губки остались, у меня всегда была нижняя больше, верхняя меньше. Олечка мне в прошлый раз подколола, у меня была более пухлее верхняя. А так это просто еще фильтр.
Римуся, ну очень много проблем со здоровьем. Выкарабкиваемся как только, так сразу. Крис, вы выздоравливайте. Маски по цене кокаина сейчас, Рим. Да? Это ты про что? Про те, которые ты мне дала? Ничего не поможет от него никакие маски. От чего? А, маски по цене кокаина, ты имеешь в виду против этих? Ну, не знаю, мне мои девочки посоветовали взять какую-то воду, блядь, в нос пшикать, какую-то таблетку антивирусную, я вообще в лекарствах не шарю. Агарна мурдяка, на пизды ротом, коза драна. Друзья мои, добавлять буду в эфир попозже. Улетаю завтра. Завтра в час ночи у меня самолет. Маски, маски. Олечка, я поняла, я думала, что за маски. Ну, короче, посмотрим. Зайду в аптеку, будут маски, возьму. Не будут, я просто не хочу эти маски носить. Я не хочу верить в то, что, блядь, этот пиздос происходит. Просто. Я просто верю в то, что чему суждено быть, тому и быть. Come in France. Thank you very much. А я не могу. Дайте денег, пожалуйста. Потом подумаем об этом всем. Читала про курильщикам коронавирус не грозит. Да ладно. Брови, татуаж. Нет, друзья мои, это, во-первых, мои брови, которые, когда я вчера красила волосы черной краской и подкрасила себе брови этой же краской. И плюс сверху сейчас немножко карандаша нанесла, потому что впадло было, блядь, краситься. Поэтому вот когда что-то делаешь, тяп-ляп, все получается. Приготовила спаржу и стейк куриный, ну и яйца. Ах ты пизда, блядь. Хватит меня соблазнять, Ру. Ты хочешь, чтобы я торгала? Если ты мне завтра поможешь все сделать, маникюр, педикюр мне сделаешь, все дела, чемоданцы. А, чемодан мне еще собрать надо. Я еще ж не собрала ничего. У меня опять будет перевес. Буду брать с собой сало, самогонку. Катя приезжала. Катюня сама не приехала, она не смогла, у нее есть причины, но она мне передала целую сумку подарков. Вчера мне курьер привезла подарки. Какое вино пью? Мерло. И бухальщикам тоже, в хорошем смысле слова. На сколько дней в шарме? Я думаю, до 18 числа. Какой краской красишь волосы? Самая дешевая или Acme Color, но в этот раз у меня была Polette. Наоборот, приготовлю для тебя. Ах ты пизда, блядь. Ты нахуя меня, блядь, соблазняешь? Рут, не соблазняй меня. Если я к тебе приду, блядь, я ничего не успею сделать. Ах ты др. Вместо того, чтобы со мной ехать, блядь. Возьми в аптеке солевой раствор, аквамарис, будешь очищать. Девочки, вам спасибо. А, Родиончик, мне уже девочки написали, что нужно брать, поэтому спасибо. Где твой арабский друг? В арабской, в Арабии. В Хане. Хане ждет меня. Маски носят больные, чтобы не заразить окружающих. Так можно не носить. О, не приезжала, токсикоз замучил. Короче, друзья мои, я не хотела, чтобы Катя говорила об этом, потому что очень много людей, которые, блядь, Катюнь. Ну, так как ты уже сама, Катюня у меня в положении, поэтому она не летит. Сама расстроенная, но в то же время и довольная, потому что очень хотела забеременеть. Вот. Но она неугомонная женщина, и она передала мне все подарки через поезд. Я к тому, что если человек что-то хочет сделать, он просто берет это и делает. И похер, как это сделать. Я говорю, мне подарки приносят люди с других стран. Хани! Вон Хани с нами, арабский мой друг. Только он не арабский, он египтян, он египетский мужчина. Породистый египетский мужчина. Привет из Питера. Спасибо вам тоже. Мы так и поняли. Встань пораньше, и все успеешь. Сестрой увидится, святое дело. Друзья мои, мы когда с сестрой видимся, блядь, мы с ней выпиваем так, что потом я рыгаю целый день. Поэтому, а потом мне на самолет. На самолете 3,5 часа лететь. Если меня укачает, это будет беда. А кому ты подарки передаешь? А кому ты подарки передаешь? В смысле? Вы про что? Сама что подарила? А к чему эти вопросы? А к чему, блядь, вот эти вот вопросы? Фади Ольга, блядь. Я вообще-то не хвастаюсь, блядь. Я просто радуюсь. Я своими поступками никогда, блядь, не хвастаюсь. Я сейчас просто радуюсь за то, что люди для меня делают добро, блядь. И берите пример с людей таких тоже. И тоже делайте кому-то хорошо. Может, Вселенная видела, что я кому-то делаю добро, блядь, и тоже сейчас мне делают добро другие люди. Что за, блядь, подъебка, блядь? Курица вонючая, блядь. Пошла вон отсюда. Рима может наколдовать, если кому надо, чтобы забеременели.
Египет, Араб, Африки, Шарм-эль-Шейх, Ася. Хани, что ты оправдываешься? Рита, пожалей Римасе, не видься завтра с ней. Какое красивое платье у Риты было на свадьбе. Сегодня видела видео с моей. Да, у Риты было очень красивое платье. Ну, это она красивая. Если бы его одела я думаю, мне не очень было бы в нем красиво. Именно Рита, она у меня длинная лошадь, как бы, с длинным красивым телом. Шанди-манди тоже ждет. Вот пизда, блядь. Смотри, все равно соблазняет меня, а? Рут! Ну вот честно, блядь, не соблазняй. Я сейчас после прямого эфира, мне нужно составить список дел, потому что я всегда все делаю в последний день, дура. Ну? Ты зубки отбеливаешь? Да нет, у меня свои такие. Они не такие белые, как вам кажется. Две замечательные девушки, Рима и Таня, Африка. Только вас и смотрю. Светулик, привет! Светик! Светик прилетит ко мне в отель 8 марта. Спасибо большое за комплименты по поводу платья. Очень приятно. Рут, не пизди, блядь, со своим платьем. Хватит про свое платье. Мы тут разговариваем, блин, про маски. Очень печально, что едешь сама. Нет, не печально. Сколько было баб писали, что хотят отдыхать с тобой. Нихуя, зачем было баламутить? Друзья мои, здесь есть свои плюсы и свои минусы. Все, что произошло, значит, ну, значит, так должно было быть. Я же говорю, я еду в этот отель по делам. Компания у меня уже там нарисовалась. Светик тоже приезжает. Натаха моя, которая, с которой в Magic Life отдыхала, тоже прилетает. В этом отеле очень много людей. Мне скучно не будет. У меня Хани, у меня есть Люда, которая держит свое агентство с экскурсиями. Я в этот раз буду везде. И хорошо, может быть, что нету со мной кучи девочек. Потому что если были такие девочки, как у тебя гули-були, блядь, это вообще, блядь, пиздец был, позорище. Поэтому те девочки, которых я готова была с собой пригласить, одна из них у меня только осталась, Света, вот сейчас она с нами. Вот она едет. А остальные, которых я бы хотела с собой видеть, они реально в марте не могут. И плюс у некоторых детки, которых они не могут оставить. Если не могла, значит и не писала. Я тебе понтовали, а те понтовались. Рима, самый лучший отдых быть одной. Ну, не знаю, я мечтаю поехать на отдых со своей сестрой. Она боится со мной ехать. Знаете почему? Говорит, я у тебя буду козлом отпущения и буду у тебя на побегушках. Я буду вечно терпеть твои психи и так далее. Вот видите, как сестра хочет со мной ехать? Дура. Рут, дура. Приятно тебя слушать и смотреть твои эфиры. Поднимается настроение. Я курю, да. Феди, ну зачем так самокритично о себе, Феди? Бабоньки, затусите из-за меня. Натаха вообще огонь. Сторисы и эфиры с того отдыха были угарные. У тебя две родинки, Рима. Да то вино было, я уже слезала ее. Надо с Ритой. Ну, я же говорю, как случилось, так случилось. Как должно быть, так оно и будет. Реснички, да, шикарные. Мои 3D-шечки. Хани не даст скучать. Друзья мои, поднимаю этот бокал за то, чтобы все были здоровы. За всех адекватных, хороших, добрых людей, которые умеют друг друга радовать. И поменьше таких пиздоватых куриц, как некоторые, которые там вот сейчас писали, всякую хуету. Поменьше таких в этом мире, вот, чтобы вас, сука, блядь, не было. Чтобы вы, сука, стали добрыми. Боже, мне нельзя проклинать, нельзя, нельзя, нельзя. Будьте счастливы, блядь, суки, будьте счастливы. Из-за меня отдохните, пока нет возможности поехать. Бачила Хани в шарме, он такой высокий. Да, он высокий и красивый. Только я его всегда прошу, выравнивайся, он сутулится. Хани, слышишь? Чтоб выравнивался, ходил ровный. Я курю сигареты, Айкос ненавижу. Он воняет клопами вонючими, рыгатней. Скинь реснички, где реснички делаешь? Ой, ссылку. Моя Лена сказала, Рима, не давай, пожалуйста, мой номер телефона. Я тупо не успеваю. У меня куча людей. Я тупо нихуя не успеваю. Поэтому я не даю номер телефона и не даю ссылки. И тебе здоровья, счастья, хорошего отдыха. Олечка, привет. Спасибо, моя хорошая. Чин-чин, детка. Что, по-твоему, добрыми? Пошла вон отсюда, Феди. Федя, блядь. Пошла вон отсюда, Федя. Рима, а что, все отказались или ты передумала всех брать? Всего понемножку. Будьте счастливы, дуры.
Спасибо, мы вас поднимаем бокал. Ты супер, Римуся. Рима, вы такие вещи берешь. Сейчас жарко уже, не знаю, антициалон или лето уже началось. Сколько примерно стоит бутылка хорошего красного вина? Я, блядь, беру вино недорогое и нормальное. И в пакетах тоже пью. Сейчас у меня вино Мерло. Мне понравилась упаковка. Я уже его показывала. Вон, с собакой, видите? Вкусное полусладенькое вино. Красненькое. И то, что надо. У меня же колбаса тут стоит, блядь. Друзья мои. Два раза ответила на мой коммент. Супер. Я стараюсь всегда отвечать всем нормальным, адекватным. Если разочаровала, иди нахуй отсюда, блядь. Иди попрыгай на хую. Не сиди, не пасись у чужих баб, блядь, на территории. Иди, сука, ебись, блядь. Ебись, иди, сука, нахуй. Да, блин, возвращайся уже. Мася, ты мне? Оль, ты уже по мне скучаешь? В пакетах 3 семерки. Не, ну 3 семерки я не беру. Ну, в пакетах тоже бывает. Какой объем изгиб? Объем 3... Объем. Объем 3D. Изгиб C. Размер от 10 до 14. Будешь опять с нами в эфирах часто. Посмотрим. У тебя нет изжоги после сырокопченой колбасы? Если ее много съесть, то бывает, но я не ем много ее. Я говорю, жарко уже в Шарм-эль стало, сильно теплые вещи не бери. Да-да, девочка, я знаю. Я знаю, спасибо. Кому везешь сало? Сало будет у меня находиться в номере. И самогоночка. Все, кто будет себя хорошо вести, будут у меня находиться на балкончике и укушивать самогонку самую вкусную. О, мой любимый момент. Новогоднее настроение. Серые джинсы, серую сумку. Катюнечка, конечно, Катя мне сумку красивую подарила. Со стразами Сваровски. Сама это все выделывала. Тунику мне шикарную подарила, красивую, прозрачную. Тоже там со стразами Сваровски. Ну, блин, ну, задарили меня подарками все. Спасибо. Тоже хочу. Что хочу, девочка, что хочу? Рима, а вот я думаю, чтобы еще сесть, чтобы я еще... Горнише смотрелась. Я завидую белой завистью тем, кто летит с тобой. Я лечу сама. Ко мне приедет Светулик. Единственная, кто осталась. Если бы еще некоторые люди могли, была бы сейчас еще Катюха, которая у меня с Москвы. Катерина. Вы ее видели, она со мной была в прямом эфире. Настя в Дубае, моя малышка. Лена, которая отправила мне сумку с туниками и с деньгами и так далее. А, Катя мне еще хамон передала. Катя вчера кусочек съела, а то нарезку оставила. Вот тут я на него смотрю и думаю, съесть, не съесть, нет, съем там. Еще девочки у меня есть, которые с детьми, которые тоже, ну... Я же говорю, с детьми это не отдых, ну, как и для меня. Простите, не хочу никого обидеть, оскорбить. Без детей. Брови обалденные, коричневые. Боже, вот тупо тяп-ляп сделала. Я говорю, тупо тяп-ляп, у меня даже макияжа нет. У меня вон блеск на губах, гигиеническая помада. Это, щеки коричневые. Эти румянчики, реснички и немножко по-быстрому брови нарисовала. Ну и фильтр. Здравствуйте. Рима, коронавирус тебя сам боится. У тебя есть противоядие. В Египте с тобой затусила бы. Друзья мои, я так столько раз это все слышала. Ради вас я 3 недели организовывала это все дело, а в итоге я лечу сама. Я же говорю, самые стойкие, вот Светик приедет, потом Натаха своим ходом с тетей приедет, еще там некоторые девчонки приедут, ну... Я же говорю, может и хорошо, что нету много людей.
Сори, я лечу в Индию. Привет, Рима, классная девушка, заряд оптимизма и позитива. Спасибо, девочки, спасибо. Я попозже буду вас впускать к себе в прямой эфир, как я обещала. Это ты, наверное, алкашка, раз пишешь такое, а мы просто уважаем и любим Риму. Девочки, не обращайте внимания на куриц всяких. Я же говорю, я такой человек, что ко мне относиться плохо невозможно. Невозможно. Ко мне может плохо относиться только люди, которые... Не хочу их оскорблять. Всем нравится невозможно. Просто сам факт. Я нормальный, адекватный, приземленный человек. Я могу найти общий язык практически с 99% людей, если я хочу. А вот этот 1%, который остается, это люди, которых я не перевариваю. Фидя, ах ты потная, негритосиха, сука. Тебе что, не спится, наркоманка? Вася, Лика, успокойся. Не обращай внимания. Мы с Надеждой Рахмамаковой не общаемся. Рима, желаю тебе в кайф. Спасибо, Ирунчик, спасибо. Федя, лети отсюда. Реснички нарощенные. Нет, это свои реснички. Свои такие огромные реснички. Федя, блядь, я тебе пожелала сходить на хуёк и попрыгать. Ты слышишь меня, блядь? Взяла, сука, себе на обдумывание эту информацию, и желательно, чтобы ты приступила к делу. Слышишь меня, курица? Иди, блядь, на каком-то петушке, блядь, посиди, сука, яичко снеси. Fuck you. Oh, thank you very much. Я уже мечтаю, скоро будет у меня fuck. Fuck, 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 fuck. Губы сделай. А вы, блядь, мозги себе сделайте. Какое мужское имя ненавидишь? Ненавидеть у меня такого нет. Я, возможно, не люблю и не воспринимаю, но ненавидеть, я вообще это слово очень редко употребляю. Я могу ненавидеть только, знаете кого? Живодеров, маньяков, педофилов, убийц некоторых. Просто есть убийства, которые можно оправдать. Вот это вот я ненавижу. Ну а другое, это другие моменты уже. Сколько комплексов в тебе? Ты угадала, блядь. Миллион. Миллион комплексов. Пожелай забеременеть. Кто ты такая, чтобы я тебе желала забеременеть? Кто ты мне такая? Я, если кому-то что-то желаю, я должна этого человека знать лично, чтобы я расположилась к нему и от души пожелала. Девочки, зачморите эту курицу, блядь, Федю. Какое мужское имя не нравится? Ну, я не люблю вот эти старые имена. Васи, Гриши и так далее. Когда-то одно время я очень не любила имя Дима, потому что это был мой бывший мужчина, который мне очень сильно больно сделал. Я его не любила. И как назло, когда знакомилась с мужчинами, все были Димы. А так сейчас до сраки. Прокляни моего мужика, чтобы он сдох. Заебал он меня. Девочка, ну нельзя так, ну блин, нельзя так. Боже, я так хочу, чтобы в нашем мире было побольше добрых людей. Чтобы мужчины делали женщин счастливыми. Чтобы женщины были настолько счастливы, чтобы делали счастливыми всех остальных. Чтобы меньше говна лилось со рта. Чтобы меньше херни было в голове у каждого. За мир во всем мире и давайте жить дружно. Пожалуйста. Блядь, сколько злых людей, пиздец. Просто пиздец. Киев, вам привет. Я тоже в Киеве. Либерша нет, не едет, она мне не звонила. I think the best way to get, the best way to get. The best way to get, the best way to get. Oh, thank you very much. I don't understand. Но все равно, but thank you. Лишь бы куй стоял и бабки были, пусть хоть вся, хоть Петя. Вову. Love you. Номер телефона мне оставил. Ты мне лучше оставь, пожалуйста, номер денежного перевода.
Хорошо, я себе переведу денежку и куплю себе то, что я хочу. Нахуй мне, блядь, твой телефон? Кто-то из нас сумасшедший. И я догадываюсь, кто. Всегда откровенная. Так, Римуля, выпьем за тебя. Красотка ты наша. Спасибо, зайки, спасибо. Лечу завтра. Завтра ночью у меня самолет. Привет из Ханты-Мансийска. Вам тоже. Федя, пиздохой лесом. Слышала, курица, блядь? Пиздохой на писюн. На писюн, пиздохой. Я представляю, как тебя твои друзья ненавидят, блядь, потому что от тебя говном воняет аж отсюда. Точнее, аж сюда. Чикиряп. I think it's, it was not the sound. I'm sorry, I don't speak English. Look, I am speak Russian language, but Ukrainian language only. Обожают? Я вижу, как тебя обожают. Тебя уже здесь все обосрали. Обосранная ты. Иди отсюда, блядь, не воняй говном. Взяли у подписчики, скинулись денежкой на цветочки любимой Риме. Знаете, как приятно? Кать, успокойся. О, Настюнечка моя! Дубай, моя девочка появилась. Вот одна из девочек, которая хотела ехать, но не поехала. Сделала мне очень-очень хороший подарок. Настюня, как самочувствие, зайка? Отпишись мне в WhatsApp. Заблокирую Федю. Нет, пусть она, блядь, сука, видит, как к людям иногда можно хорошо относиться, чтобы понимала, что нужно быть человеком. А можно не цветочки, а новый телефон. Привет из Черногории. Роскошного отдыха желаю. Спасибо, девочки, спасибо. Рима, ты классная, соскучилась по тебе. Зайка, ты там вчера нормально отстояла на работе, а? Я сегодня целый день, короче, в бегах была, а в итоге ничего не сделала. Ну, по сути. Вон, реснички сделала, ба? Завтра буду делать все остальное важное. Собирать чемоданы, собирать, сука, вещи. Вечный, блядь, перевес. Продукты, маникюр-педикюр, аптека. Сестра зовет, блядь, на побухать, блядь, но это опасно. Ну, а что, многие бы хотели 8 марта поздравить. Кать, зайка, кто хочет, тот делает. Я никогда ничего не прошу. Я же говорю, есть вещи, которые я не хочу говорить в прямом эфире, потому что люди могут позлорадствовать и может что-то испортиться. Благодаря вот этому вот серверу я нашла очень хороших людей. Ты одна из них. Вот Настя, Света, Лика, Ира, Жополизы, но не все. Вас назвали жополизами, друзья мои. Уничтожьте, блядь, эту пидоршу. Пидорша, я тебе желаю, чтобы тебя ебал красивый, классный хуй. Я тебе еще раз этого желаю, блядь. Чтобы ты, сука, не сидела на чужой территории, блядь, а была удовлетворенная и счастливая, блядь. Ты, срань господняя, блядь. Добавь к Федю в эфир, обосрется и не выйдет. Принц оф Дубайс. Оскар, my baby. Hello, my friend, my avatar. Ты же собирался спать. А ну, бегом иди спать, не сиди здесь. Я тут матюкаюсь. Оскар, go sleep. Классные реснички, знаю, что ты занята сейчас. Зайка, ну и не то, что занята, я жюри, я пришла домой где-то в 8:30 вечера. Вот, и я обещала некоторым выйти в прямой эфир, поэтому сижу. Не хотела пить, но в итоге, блядь, открыла ту самую бутылку, чтобы ее не тащить завтра с собой в Египет, чтобы не было перевеса. А там уже буду пить и барное бухло. Пидорша. Пидорша. Рима, Рим. Добавь. Да что тебе добавлять? Тебе нужно добавить, блядь, головой об стенку, блядь, пару раз. Добавить тебе пару, блядь, извилин. Курица, блядь, вонючая. Как Рима ест эту колбасу? Сейчас в магазин сорву. Друзья мои, я очень, да, аппетитно кушаю. Очень. Очень тоненькая, вкусная колбаска, которая называется Венеция. Если бабу не ебти, она будет чушь нести. Посвящается Федя. Во-во! Во-во! Чтоб не было перевеса. Да, зайка, у меня вон литр текилы уже есть.
Федя, ты чего добиваешься? Я серьезно, я сейчас найду тебя, шлюха, и тебе пизда. У меня в любом городе люди. Лика, ну тихо, блядь. Она сейчас реально, блядь, очканет и пойдет, блядь, повеситься. Не надо. А что Рита любит из алкоголя? Рита? Рита, как я, она все любит. Только с хорошей компанией. Только зашла и смотрю на этих дебилов, которые пишут мне негатив. Это завистники. Да, девочки, я же говорю, моя аудитория, все меня понимают, блядь. Ржут с моих матов, понимают мое исполнение разных ролей, понимаете? Любят смотреть, как я выпиваю и матюкаюсь. И любят это дело со мной делать, понимаете? Рима, крутая, веселая подборка была с утра. Классные нарезки можно разобрать на цитаты. Да, Зая, да, это... Батенька Ленин всегда, короче, монтирует эту тему, прикольную тему, что-то перестал монтировать. Ну, ты видишь, кто у тебя в подписчиках? Да я вижу, блин, что у меня замечательные люди, блядь, а ты говно, блядь, завидуй. Иди отсюда, не воняй, тебя, сука, обосрали со всех сторон, ты воняешь, иди отсюда. Как я люблю тебя, ты прям кумир мой, клянусь тебе. Если мы дружно все будем игнорить Фери, то она заскучает и звалит. А я ее скоро заблокирую, нафиг мне, чтобы она вас оскорбляла мне тут. Посмотрела Старый дом 2, ностальгия. Опять залезалась, где укладка? В пизде, блядь. Не ругайся тебе. То кто-то говорит, блядь, тебе хорошо с хвостом, кто-то говорит тебе хорошо, блядь, с хуем, блядь. Давайте я сама буду решать, что мне делать на голове, а? Свои ресницы густые, поэтому такой объем шикарный. А еще очень красивый, знаете что? Фильтр. Римась, она говорит, что тут жопа Лиза. Я ее повешу за ноги, суку такую. За, я ее заблокирую сейчас. Хай ее, блядь, найду. Ее ебало, блин. Никого не оскорбляю. Все, я ее заблокирую, чтобы она вас не оскорбляла. Почему она не блокируется? Только, блядь, скрывается, блядь. Ты когда улетаешь? На Тулик, завтра ночью у меня самолет. Три кусочка колбаски. Оскар, любимый, ты здесь? Оскар, аватар мой, ты здесь? Я заблокировала Федю, девочки. Ты же запиваешь, как будешь текилу пить? Ты же запиваешь. Вы знаете, текила это другой момент. Вот я всегда беру лимончик сразу же. И нормально все. Ханя вас там, наверное, ждет. Конечно, ждет. Блеск красивый. Друзья мои, знаете, это даже не блеск, это... Лена подарила мне косметику Биодерм. Вот блеск для губ показываю. Гигиеническая помада. Смотрите. Смотрите. Фирма, видите, как он? Биодерм. Показываю. Она полностью прозрачная. Смотрите. Прозрачная. При вас крашу. И смотрите, что творится с губами. То есть, я не знаю, что она делает. И прям, видите, эффект? Будто бы, блин, губки какие-то надутые, накачанные. Классная тема. Ты колу уже не будешь пить? Девочки, я вот думаю, кстати, я вот думала над этим вопросом, что мне пить? Я, ну, Светка спрашивала, Римас, я буду типа брать алкоголь, что ты пьешь? Я говорю, ну я почему-то подсела на ром на отдыхе. Виски, ром, вот это вот. Текила у меня есть, вон литруха. Все остальное в отеле есть, но просто свое и свое. Плюс самогонку буду брать. И я вот просто думаю, я люблю коктейльчики пить, да, поэтому я вот думаю, с чем пить, чтобы не с газами и не сладкое. Что можно заменить? Чем можно заменить? Литр мало в первый день закончится. Так подождите, я же не то, что только, я говорю к тому, что мне подарок дали, литр текилы. Охуенная сексуальная. Благодарю. О, да. Бороду включить? Ром, классная тема. Да, я же говорю, я подсела на ром. Швепс. А Швепс, он нормальный? Кузин, да. Мачо был пьян. Рима, ты слышала, что у Анны Семенович болезнь с груди гигантомастия? Простите меня, пожалуйста, мне пофиг. Яблочный сок. Но он тоже сладкий. Сигареты, да, курю, сок грейпфрутовый, так, виски с яблочным соком. А с ромом что можно мешать? Производители колбасы, вы разбогатели, если бы ее рекламировала Рима. Уж больно вкусно ты ешь. Рима, возьми обязательно мазь, санафлан, ножки мазать. Девочки, короче, я когда приеду,
менеджер отеля. У нее работает в аптеке ее знакомый, и я буду там покупать таблетки от аллергии и мазь, чтобы с самого первого дня начинать пить, чтобы не было этой фигни. Спасибо. Ты бы пошла еще раз на дом 2, если бы позвали. Швепс тоже с газом. Светик, я вот думаю, чем бы нам мешать, а? Ну, как бы газики есть газики, но я думаю, Швепс он лучше, чем Кока-Кола, а? Виски с вишневым соком. Нет, я вот про ром, про ром. Виски понятно, с чем мешать, а вот именно ром. У тебя очень милая, красивая улыбка. Спасибо, киска. Ром с вишневым соком. С вишневым, ага. Какая ты веселая, приятно так смотреть. Спасибо. Намек, что у тебя тоже. Для тупых объясняю. Намек, что у тебя тоже. Не поняла. Я с ромом Пепси или колу. Зайка, я не хочу в этот раз пить Пепси и колу, потому что я в прошлый раз, блядь, 3 недели назад, когда была в Египте, я пила каждый день минимум по 2 литра Кока-Колы. Вы помните мою ногу, блядь, слоновью, когда у меня подтекали ноги так, что, блядь, я охерела последний день. Поэтому я буду стараться не пить Кока-Колу. Ром только с колой. Ну вот, я уже поняла. Глаза огонь. Это все ресницы. И камера хорошая. И это. Фильтр. Ром с колой очень вкусно. С Швепсом прикольно. Он там продается. Зайка, короче, смотри, мы уже разберемся на месте. Мась, я пока приеду, мне нужно будет там это раздуплиться, что к чему. Ты уже когда приедешь, я уже буду знать. А если что, мы будем с тобой. Ну что, блядь? Мы что, не разберемся, что нам пить там? Может, безалкогольную колу? Ой, безкалорийную. Оль, ты веришь в то, что Кока-Кола бывает бескалорийная? Я вообще в это не верю. Грейпфрутовый сок с ромом супер. Вот надо будет попробовать, кстати. Вот грейпфрутовый сок. Швепс меньше калорий и не сладкий. О, вот Швепс и грейпфрутовый сок. Отлично. Решила винца попить. Слюнки текли, текли, бах, за твой шикарный отдых. Ремас, врубай бороду. Мася, ради тебя, включая бороду. У меня есть борода. Специально для моей подружки Лики с Узбекистана посвящается. Ты любишь, когда я с бородой? Я похожа на этого, да, который был в этом Евровидении, как его там? Как его звали? Урсула или как ее там, блядь, звали? Друзья мои, блядь, напомните мне, как его звали, блядь, там? Кончита Вурс, вот. Похоже, да? Немножко такая пышная Кончита Вурс. Или Филипп Киркоров, а? Джин и Швепс хорошо идет. Светик, тебе нравится моя борода тоже, да? Блять, охуенная тема. Вот я была бы красивый мужик, да? Я была бы пиздец красивый. Кончитой. Кончита, да, Вурс, помню. Кончита Вурс. Кончита Вурс, я ж тебе писала. Да, Мась, ну я забыла. Настя, а ты меня не видела? А я ж тебе фотку тоже отправляла, да? Красавица у меня, блядь, с бородой. Стас Михайлов. Да не, ну какой Стас Михайлов? Я Кончита Вурс. Или Таркан. Или Рома. Рома. На Саймона похож. Саймона. Саймон мой любимчик, кстати. Похоже на арабского шейха. О, вот это мне нравится. Ржу. Настюня! Я очень рада, что я вызываю у вас улыбку и наебну, как я кусочек колбаски. Я тоже с тобой с бородой. Выпусти немного глаза с швепса и вообще огонь. А, газ, газа. Глаза, блядь. Борода согревает холода. Рики Мартин. Красотка. Киркоров. Ром с минералкой и зеленым яблоком. Ого, девочка, это что-то новенькое. Не, я думаю, с минералкой и с яблоком это я рыгать буду. Такие зубы красивые. Свои или отбеливаете? Свои зубы кривые. И плюс, знаете что? Фильтр.
Борода отклеилась. Турецкий мачо. Римусик, привет тебе с Троечины. Привет, девчули, привет. Сними бороду, ты красивая, куда тебе борода? Я скажу тебе, да. А ты такой красивый с бородой. А ты такой красивый с бородой. Ханя пусть бороду отрастит, ему пойдет. Не надо ему борода. На Джека Воробья походишь только слегка раздобревшего. Да. Боже, я бы была шикарным мужчиной. Я была бы шикарным мужчиной. Ты зачем усы сбрил, дурик? Помните, да? Наебнем-ка еще кусочек колбаски. Смотрела твои истории, когда я была на Доме 2, это был огонь, самый суп. Да, у тебя есть борода, да. У меня проблема, у меня борода. Ладно, пока выключу, девочки. Длина ресницы, объем какой? 3D, от 10 до 14, изгиб C. Домой хочу скорее чарочку с тобой поднять. Мастер, ты еще на работе, да? Малышка. Хватит работать. Иди домой. Мася, у меня нихуя не сложено, представляешь? Ничего еще не сделала. Ничего. Только ресницы сделала. На телевидении видно хорошо, чтобы зубы белые, ровные, красивые. Там-то нет фильтра. Скользит что-то борода. Все, я уже убрала ее. Я уже убрала. Так, ну что, подобавляем пару человек к нам по пару минут, как и я обещала, да? Друзья мои, хотите? Егорка, привет, мой хороший. Малыш. Боже, у меня уже все, блядь, малыши. Я уже в таком возрасте, когда могу всех называть малыши. А ты решила передохнуть, зайчка? Я не то, что решила передохнуть, я, блядь, не знаю, что мне делать. Я сейчас возьму бумажку и буду писать, что мне надо делать. Я вот всегда перед отъездом последний день только все делаю. Так, ну что? Добавлять мне людей, не добавлять? Давайте пишем да, нет. Поржем. Добавь мужчин. О, давайте, кстати, мужичков. Мужчины! Ликулечка, я тебя не буду добавлять, потому что не хочу, чтобы тебя кто-то, блядь, оскорблял. Хотя, Мотя. А давайте мне мужчин. Мужчин добавим. Девчулечки, давайте мы мужчин попоржем. Давайте с мужчин поржем. Подождите, не это. Давайте мужчин. А то в прошлый раз были девки, а сейчас я мужичков. За раз все, да, Наська, я так и буду делать. Раз за все. Мальчики, ну что, кто хочет со мной прямой эфир? Кто у меня тут смелый? Мужчины. Я ваша сейчас могу быть на пару минут. Мое внимание вам подарю. Добавляйтесь, давайте. Что, блядь, обосрались? Ну, вот так всегда, блядь, на самом интересном. Так. Ну, хуй там, блядь. Видите, все, блядь, боятся. Котя, Мотя. Ликуля, ты хочешь ко мне зайти, блин? Ты хочешь, чтобы, блядь, тебя кто-то сейчас оскорблял? Я не хочу, чтобы тебя оскорбляли. Ты же понимаешь, сейчас буду психовать. Пока никто достойно не просится, не вижу. Не вижу. Пацаны! Ну шо вы где? Очканули, пацаны? Да? Боитесь госпожу Риму? Зассали? Как мне говорят, мы тебя ссымся. Сыкотные, да, чувство юмора на высоте. Так, ладно, пацаны, блядь, почему-то все реально испугались. Я вот прям вижу, одни девочки просятся. Ладно, давайте девочек добавлю. Ликулечка, я не хочу тебя добавлять. Я не хочу, чтобы тебя оскорбляли. Потому что ты такая, как я, блядь. Что-то тебе скажут плохое, ты сейчас будешь расстраиваться. Добавь Лику, она познакомится. Ликулечка, хочешь выйти? Ты хочешь выйти? Пацаны все в кусты. Нормальные пацаны, блядь, работают, блядь, и бабло зарабатывают. Они сидят, блядь, в чужих эфирах.
Ну давайте на пару минуточек, девочки, давайте уделю вам немножко своего внимания. Знаю, что вам это приятно будет. Давайте, проситесь, пожалуйста. Жду запросы. На жезла. Друзья мои, что происходит, блин? Почему я не вижу это, запросов? Выходим, еще раз заходим, потом получается запрос. Хани не сбежал, Хани на работе сейчас. Мастер-шеф, привет. Ты, если тоже лидером была или обижали тебя? Я была лидером всегда. Я в детстве кусала детей, блядь. В школе, блядь, камнями бросалась в людей, когда меня обижали. И когда папу вызывали в школу, ему говорили, ваша дочка, блядь, поведение ноль, кол. Папа говорит, что она сделала? Она ударила того-того. За что? Зато, говорит, ну и молодец, блядь, хай пиздит вас всех, блядь. Она просто так никого не тронет пальцем. После этого папу больше не вызывали в школу. Поняли? Если б я не на работе. Настя, мы с тобой лично общаемся. Ты чё, зая? Я не хочу, чтобы моих девочек видели левые люди и глазили. Вот у меня, вот видите, я же говорю, даже самая Катюшка моя, которая с Москвы, я очень хотела, чтобы она поехала, но у нее случилось счастье в жизни, и она не смогла поехать. А очень многие ее захвалили. Так, что тут у нас? Тасискурт какой-то у нас тут. Ожидаем Тасисикурт. Здравствуйте. О, мужчина. Здравствуйте. Да, Валя. Русский язык понимаете или не понимаете? Мужчина, вы понимаете русский язык или не понимаете? I'm sorry, I don't speak English. I speak only Russian language. Понятно? Что за люди, блядь? Ой. О, господи боже. Что? Давайте, добавляйтесь. Мальчики, кто хочет со мной пообщаться пару минут в прямом эфире? Давайте, поиграем с вами. О, еще какой-то мужчинка у нас тут. Давайте. Адмр. Я думаю, это тоже мужчина, который не знает русский язык. Ну, сейчас посмотрим. Я надеюсь, там сейчас хуя не будет на весь экран. У вас не работает интернет, молодой человек. Если вы там готовите своего пацана показать нам, нам не надо его показывать, сразу говорю. Там же нарядом, не верю, сейчас пиздяки ему отвалят. Так, у нас здесь нет связи, у вас плохой интернет. Друзья мои, мальчики, я вас жду. Вперед, развлекайте меня. Давайте. Только хуяки свои, пожалуйста, не показывайте. Я не люблю видеть хуяки, я люблю их видеть реально. Хани, выходи, угораю. Не, Хани сейчас занят. Так, что тут у нас за мужчины? Ага, опять он. Абермады. Короче, еще раз говорю, если ты мне будешь хераку свою показывать, лучше не показывайся. Я тебя не вижу и не слышу. Черный кружочек. У тебя плохой интернет. Кто там дальше? Пацаны. Мальчики. Кто там готов показать свою мордашку и сказать мне пару ласковых? Баку, офис Ель. Так, кто там у нас? Мальчики. Баку, офис Ель. Это девочка или мальчик, не знаю. Но все равно посмотрим. Ладно, давайте. Привет, прелесть стрима. Привет, привет. Ожидаем Баку офисьель. Родина моего отца. Так, ну что? Салам, салам. Салам алейкум, Азербайджан, Баку. Салам.
О, родина моего отца! Как дела? Как вы жизнь? Как молодая? А почему вы лежите, когда разговариваете с красивой женщиной? Хорошо, давай я стою. Если вы так решили, давай. Нет, мы не решили. Это как красиво по-мужски, когда разговариваете с женщиной, нужно сидеть или стоять. По-азербайджански, да? Это по-человечески, по-мужски. Хорошо. Как ваше имя, джан-мен? Шахрияр. Короче, шах. Да. Здравствуйте, Авангард. шах. Шахрияр. Шахрияр. Я просто не запомню ваше имя Ну, полностью. так А, скажи, вот. Шамиль. Лучше так О, по-русски. Шамиль. О, Шахрияр. Короче, скажите, пожалуйста, как обстановочка в Баку? Это родина моего отца, кстати. Не, я сейчас в Киеве, я тут живу. А, ты Город в Киев. Киеве? Да, город Киев. О, так я тоже в Киеве нахожусь. Да, в каком городе? Или области, или районах? Я, блядь, в Киеве нахожусь, говорю. Киеве сейчас или Киеве нахожусь? Я нахожусь в Киеве. Я спрашиваю, где именно? Какой область, город? Какая область, город, блядь, Киев? Это столица Украины. Я понимаю, город. Вот Город Киев. я живу. Это район. Шахрияр, ты двоечник в школе, да? Ты был в школе двоечник? Да не может так. Сколько тебе лет? 26. Буду 8 августа. Ага. Город Киев – это столица страны, которая называется Украина. Это огромная территория, город Киев. Я понимаю, Баку тоже столичный, ты назвал Баку, ну Азербайджан, столичный Баку. Ну просто, ты сказал, может ты я, так говорит, или может вы. Алло. Можно на «ты»? Можно. Ты говорил, я нахожу Киев. Я, наверное, я не понял. Ну так, плохо понимаю, ну, на русский и украинский. Шикерапна, да. Короче, ты мне скажи, пожалуйста, ты в каком районе находишься? Я живу сейчас в Дарницкий район. И я на Дарницком районе. Ты что, прикалываешься? Серьезно. Да, на Харьковском шоссе. Да, Пинта есть у нас Азербайджан ресторан. Я там танцую. О, так вот рядом со мной Пинта. Серьезно? Ты что, прикалываешься? Серьезно? Давай, вот такое. Шахрияр, ты уже все, ты попал. Да, я Пинта Я танцую. так думаю. Даже видео есть. Можете посмотреть танцы. Лазинка кавказская. Не, так я в Пинте была, я когда-то туда даже на работу устраивалась, барменом работать когда-то, лет 10 назад. Да серьезно? Серьезно говоришь или шутишь? Не, серьезно тебе говорю. Лет 10 назад, даже 15, я Лет собиралась там 10. работать барменом, разбила 3 стакана и сказала, мне сказали, какой штраф, я говорю, идите вы всем в жопу, я пошла домой. Кто сказал? Козы? Ну, мне сказали, иди делай долму на кухню, блин, иди помогай кухне, иди то помогай. Я говорю, так Ну и подождите, что, я бармен, давай. блядь, или повар? Короче, надо было все делать, я говорю, знаете что, до свидания. Да, это бывает такое, ну ничего, не обращай на него внимания. Так я знаю, что эти кавказские заведения, там всегда человек, который устраивается на работу, значит, он, блядь, все делает. И там, и Да, убирает, и стирает, и... и билетом, да? Пита. Обидно, слушай, обидно. Так Не, подожди, а что ты делаешь в этом кафе? Ты шеф или что? я просто работал раньше, но помогал дядя. Охрану работал. А сейчас работаю на троечной. О, Троечина, я там тоже жила 10 лет когда-то. Я так там работаю просто. Я не хочу там жить. Ну, тут неудобно там. А что ты за мной все повторяешь, я не могу понять. Говорю, я не хочу трещин жить, не знаю, но это там мне неудобно. И мне тут этот район хорошо. Я говорю о том, что ты все повторяешь за мной. Троещина, Пинта, Дарницкий район, все рядом. Я вот возле Пинты через дорогу живу, возле бара «Красный хутор». О, я там не хожу туда. Не хочу туда ехать. На Красный хутор, О, у кафе. меня заканчивается эфир, слушайте. Через 20 секунд заканчивается эфир. Ну, Ну давай, короче, ладно. Шахрия. Тоже приятно с вами. Ты, короче, сегодня кайфанул от того, что ты меня увидел лично? Да не, я тебе даже написала комментарий, даже написала на трек. Скажи, что я кайфанул и все. Да не, мне приятно с вами познакомиться, общаться.
Молодец.